Концерт 10 декабря, Vegas City Hall, новая шикарная площадка, свет, звук. Будут старые хиты, которые куда же без них, люди их полюбили уже за много лет. Будут новые какие-то новинки. Вот. Будет танцпол, самое главное. Много будет каких-то интересных вещей. Это как о песне, знаете, о концерте рассказать все невозможно. Общее направление – это бесконечный позитив. Люди уходят в восторге и довольны. Вот эта программа у меня крайняя. Счастье называется, вот, и сегодняшнего Сергея Любавина, вот это задача максимум. Не просто показать песни, а просто попытаться создать у зала такое настроение, у людей, чтобы они, ощущение восторга их не покидало, чтобы они понимали, что, ну, не все так плохо у нас, и даже больше, у нас все будет хорошо.